Чувашии полным ходом идет подготовка к международному спортивному форуму «Россия. Спортивная держава». В эти дни в республике находится делегация из Москвы, которая курирует вопросы подготовки к форуму. После рабочей экскурсии по городу представители оргкомитета из Москвы встретились с членами республиканского оргкомитета. Гости на месте знакомились со спортивной и транспортной инфраструктурой, изучали вопросы информационного обеспечения культурных мероприятий, а также финансирования подготовки к форуму. Напомню, что международный форум «Россия. Спортивная держава» пройдет в Чувашии 9 и 10 октября. К нам приедут почти 3000 гостей из Российской Федерации и 20 зарубежных стран. Я считаю, что достойный выбор. В последние годы, и не только последние годы, спорт у нас всегда был на высшем уровне, а в последние годы уже спортивных объектов становится больше. Поэтому я думаю, что 5-й форум проходит у нас в Чебоксарах, в Чувашии. Это выбрано по достоинству.